Как я зарабатываю там, не знаю, на жизнь? Ну, никак не зарабатываю. Как я могу зарабатывать, если я играю каждый день в доты? Вы прекрасно видите мои игры. Ну, а как зарабатывал я, вот когда с армии пришел, был предпринимателем. У меня был свой личный компьютерный клуб 12 компов. Все играли в онлайн-игры вот эти, по локалке, там, Dota, Warcraft, Contra. Ну, все те игры, которые на тот момент были, тех лет. Вот, и зарабатывал. Потом еще, ну, пару лет я работал в охране. Вот, как это правильно, для кого-то, как это, охранник. Вот. Зарабатывал. Просто я деньгами не разбрасываюсь, потому что все мои заработанные деньги, вот, которые там на предпринимательстве или там в охране заработал, они уходили только на еду, потому что у меня нету как бы других потребностей, у меня нету, там говорю, ни машины, ни девушки, ни какой-то там, как это выразиться, ну, вещи.